Я вас поздравляю с победой. Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшнего поединка, от сегодняшнего турнира в целом? Эмоции очень позитивные, так как у меня было в весе больше всего участников. И мне пришлось пройти очень большой круг. Было 230 соперников. Провел я 5 боев. То есть это был 5-й бой финальный, который я выиграл. 4 из них было досрочно, а одно было решением. Досрочные бои чем выиграли? Выиграли удушениями и, конечно же, на руку вышел, на болевой. Это получается, вы с утра прошли квалификации и вышли в финал, правильно? Правильно. Как видите развитие своей спортивной карьеры в будущем? В будущем? На ближайшую перспективу у меня планы выступать по любителям, как минимум до 22. Выступать везде, где только можно, а только тогда переходить в профессионалы и двигаться. Потому что я вижу, что во мне есть потенциал, и я могу добиться, чего я хочу. Вы не будете менять тренера своего в будущем или будете брать дополнительную какую-то еще групповую? Нет, я своих тренеров менять не буду. У меня и так очень хороший тренерский состав, которому я благодарен. Это Гурский Владимир Николаевич, Коробков Андрей Андреевич, мой отец Зинченко Иван Александрович и, конечно же, тренер из Гермеса, которого я сейчас тренируюсь, это Середюк Федор Николаевич, которым я очень благодарен. Мне другие тренера не нужно, чтобы их менять. У меня и так лучшие тренера. То есть я так поняла, что вы династический спортсмен, правильно? Так. Да. Если оценивать организацию сегодняшнего мероприятия, какую бы оценку вы поставили и что больше всего понравилось? Больше всего понравилось – это подбор противников. То есть с каждым годом противники все сильнее, организация очень сильно развивается. И приходится больше работать. Если посмотреть 2 года назад на те же турниры, чемпионаты Украины, это совсем другой уровень. Именно этим организация развивается и растет. Мы становимся на лучшую планку в мире. То есть Украина уже начинает догонять. За границей планируете выступать? Конечно. Конечно, планирую. А чего хотите пожелать организаторам сегодняшнего турнира и всей федерации, естественно? Хочу пожелать только удачи, дальше развиваться, то есть искать перспективных бойцов, делать больше таких соревнований. То есть, я не знаю, пробовать спонсировать, потому что это очень важно для спортсменов. Не все могут себя обеспечивать, именно это им поможет расти. Чем будет дальше уровень, тем больше будет бойцов. Потому что новое поколение растет, и оно смотрит. Оно смотрит именно на этот вид спорта, и оно хочет здесь выступать. Спасибо вам большое.